И это магазин Costco. Сейчас вовнутрь зайдем, сниму обзорчик. Небольшой магазин, но все здесь имеется. Сладостей очень много. Здесь вот начинается с халвы. Халва разного вида. С какао, с фисташками. Обычная вот эта халва по цене 21 лира. А вот такая вот в коробке. Здесь вот маленькие такие завернутые в упаковках. Это стоит 60 лир. Здесь тахини. Тахинь, пекмес. Тахинь, вот ихняя марка Costco. И тахинь — это кунжут обжаренный и перемолотый. Очень вкусная вещь. Тахинь, если не пробовали, обязательно попробуйте. И по цене вот эта баночка стоит 34 лир. 500 грамм, 34 лир. Пекмес — это сироп, вот изюм, дуд. И по цене 600 грамм, 21 лиру. Небольшая скидка имеется, как видите. Вот изюм, сироп изюма по цене также 21 лира. Тахини вот в банках завернутая. И, как видите, тахинь такой, тахинь в пластике, в стекле, вот в таких баночках, даже вот в таких вот, пластик большой такой, огромный. Это сколько? 1400 грамм. Пекмес, сироп, изюмный сироп 58 лир, а тахинь 1100 грамм 93 лир. Просто огромный. 93 лир тахинь. Здесь также все тахинь и пекмес. Халва. Снова тахинь и пекмес. А здесь вот варенье. Варенье клубничное стоит 18 лир, 380 грамм. Абрикосовое, вишневое, цветочное 18 лир. Мед. У них есть собственный мед. 34 лир, 400 грамм. Для диабетиков халва 83 лир. Сейчас вот намаз. Время намаза, и здесь играла музыка, и сразу отключили музыку. А вот для диабетиков различная халва с какао, с орешками. Отличная. Фундук 27 лир. А вот здесь тахинь и пекмес смешаны, 300 грамм, 24 лир, уже готовый. С горячим хлебушком очень вкусно. Особенно с симитом тахинь. Просто невозможно оторваться. Очень вкусно. Есть вот такие вот большие. В общем, здесь очень много разного размера. Тахинь, пекмес, халвы и лукумы. Лукумы здесь в коробках. 32 лиры, 27, 32. И в этой стороне уже развесные идут. Вот витрина. Развесные лукумы. То, что классно, это вот можно пробовать любой из этих. Хоть сколько можно пробовать, дают на пробу. И после уже можно покупать. А по цене вот указано, простой лукум 37 лир за килограмм, цветочный 39, с медом 39, с апельсиновый 39. Вот.
эти лукумы все 39, 37, 38 лир. И вот такие уже с орешками идут немножко подороже. А вот они 180 лир, 139 лир. Гранатовый сироп, фисташки, цветочные. Пахлава. И халва. Вот вместе идут, продаются вместе тахинь и пекмез. 53 и 37 лир. Халва, халва. Вот такая халва, вот три в одном. Три вкуса по цене 46 лир. И это все также халва. Вроде бы небольшой магазин, но столько всего здесь. Здесь печеньки. 9 лир, 15 лир. Вафельки 11 лир. Тоже какие-то сладости. В сиропе орехи. Кунжут 13, 9 лир. Турецкий кофе здесь 15 и 25 лир. Сладости, конфетки 250 грамм 15 лир. На подарок, мне кажется, классные такие небольшие. Вот, в османском стиле некоторые. Мармеладки, шоколадки 26 лир, 41 лира. Вот такая халва в пачках. Поменьше стоит 13 лир, а немножко побольше, это сколько грамм? 107 грамм, 25 и 29 лир. Коробки конфет. За 100 лир, за 60 лир. А вот микс лукумов 79 лир. На подарок просто идеальные. Есть вот такие вот коробочки, 4 штуки здесь, и по цене 85 лир. Каждая сколько граммов? По 107 грамм. Просто изобилие лукумов, сладостей, восточных вкусняшек. Сейчас дальше пройду. Здесь отдел тортики, вот торты на заказ и готовые на дни рождения, на праздники. Вот для деток такие вот мультяшные тортики, торты. Вот такие аппетитные с клубничкой. На развес имеются печеньки 111 лир, курабье за 77. А здесь вот можно набрать мед. Мед и варенье. А вот это вот в бутылях таких огромных. Это тахинь и пекмез. Пекмез из фиников вкусно, мне нравится. И тахинь. И если это смешать, нереально вкусно.
конфетки. Жевательные конфетки, сосачки. Вот. Шоколадные конфетки. Вот эта коробка 102 лир. А вот эти конфетки у нас имеются. Продаются в Казахстане. Вот эти сосачки, эти конфетки жевательные. И вот цены. 50 лир. Вот небольшой обзор. Самое основное показала. Цены и ассортимент.